Приветики! С вами Мелис, и мы продолжаем играть Slender the Rival. Да, 2023. Так что надевай наушники, обязательно возьми с собой что-нибудь покушать. И смотри, что у нас тут происходит. Сохранение работает ужасно по уровню, то есть ты не прошел это, как бы уровень тебе откинет начало. Как сейчас мне откинуло. Мне пришлось это все заново пройти, пробегать. В принципе, 5 минут хватает. И теперь нам нужно в замок. Я взяла ключи. И теперь мне бы понять, где он находится, потому что я чуть-чуть забыла. По-моему, вот там. Вот, и сейчас за нами будет гнаться некая страшная особь. Поэтому нужно как бы поаккуратненько бегать. Очень аккуратненько. И, пожалуйста, поставь свой страшный, хотела сказать, самый лучший лайкосик. Мне будет очень-очень приятно. Потому что, в принципе, игрушка. Такая себе. Осталось нам чуть-чуть пройти, я думала, я посмотрела, но оказалось, что у нас еще есть уровни, которые здесь не пройдены. Я бы не очень хотела их проходить, потому что, ну, не знаю, как-то не очень. Здесь головоломка маленькая, типа, здесь мы собираем, и тут скримак может прилететь. Так что мы это, в принципе, да, вот эти все игрушки взяли, вот это все взяли. И смотри, что мы делаем, это был Slender. А потом мы бежим вот сюда. Потому что сейчас вот эта особь увидит и погонится вот сюда за нами. Но в этот момент мы просто выбегаем отсюда и бежим дальше. Так. Я не знаю, может быть, до нас до этого не дошло, поэтому я посмотрела... Ого, куст появился, подсказочку небольшую. Ладно. Ладно, не будем оборачиваться. Дверь захлопнись. Дверь захлопнись. Она не хочет захлопываться. Ладно. Фонарик есть? Нет. Фонариком. Дорогой дневник, Патриция так и не вернулась. Мама говорит, что она убежала собирать цветы. Но я знаю, что это неправда. Это все он, то существо, о котором твердит бабушка. Я думаю, она не сошла с ума. Я сама его видела, он всегда смотрит, когда мы играем. Петти пошла к нему, я точно знаю, почему же мама не слушает. Когда же она вернется? Ага, я вижу интересный люк. Так, дорогая Фрида, у меня сердце разрывается от того, что твои ребятишки пропали, но я переживаю за твое здоровье, сестренка. Тебя с ума сводят эти безумные истории из нашего детства. Ты ведь знаешь, не хуже меня, что это просто сказки, которые нам рассказывали, чтобы мы слушали старших. Если бы только мама знала, что эти глупые легенды с тобой сделали. Хотя той истории, которую ты называешь, я не припомню. Что это что-то из маминых книг, которые ты забрала? Я хотела бы быть сейчас с тобой, когда тебе так нужна поддержка, а не доживать свои дни здесь в одиночестве. Молюсь за тебя и надеюсь, что даже по ту сторону океана ты будешь в порядке. Окей. Нам вот сюда вроде, да? Ну, походу, да. Так и задумано. Я искупалась, испугалась. Резко. Испугался? Напиши в комментариях. Вот ты испугался? Вот наспугался? Напиши время, и ты испугался? Все, следующая у нас глава. После этой еще две главы у нас осталось. И перед этим у нас, по-моему, какая-то одна и тоже две не пройдены. Скорее всего, это где мы паровозики собирали на пляже, и мы попали в лес, когда нас звали родители. Я сейчас играю за девушку. Прикольно. Не впускай его. А, это что, дом? Ёлы-палы.
Видел? Видел? Там был слендер. Видел? Там был слендер. О, текстурки, нормально, нормально. Хорошие текстурки, ребят. Хорошие. Просто огонь. Ой. Ёб твою налево, кто дверь открыл? Ну, ясно, все. В нашем доме теперь есть маньяк. 100%. 100% здесь. У нас дверь была открыта. Как можно оставлять входную дверь открытой? Скажи мне, пожалуйста, как? Как ты до этого докатилась? А почему такой плохой фонарик? Это нормально? Ё-моё, вы сейчас с ума посошли. Ты, господи, совсем ударилась? Почему у тебя двери все нараспашку? Ты реально не боишься никого и ничего, что ли? Или как? Да-да, он уже здесь. Я чувствую это. Я это чувствую. Этого у тебя нет? Закрыто. Прятаться. Не спрятаться. А где мне спрятаться? Так, пойдет? Думаю, не здесь спрятаться тоже. Так, господи, закройте вы все свои двери. Спрятаться, это называется выйти в окно? Неплохая идея. Ты прям спрячешься. Верно. А у меня нету фонарика никакого. О, 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 а где я? Ну, слушай, горы красивые, красивые. Мне, конечно, нравятся, но... Что здесь, побери, происходит? Я не понимаю. 12. Надо избавиться от этого дома. Он больше не может меня защитить. А дом-то здесь при чем? Может, надо от монстра избавиться? Дом, вообще-то, как бы ни в чем не виноват. Он стоит и выполняет свои обязанности. Все с ним окей. А вот с тобой и с твоим каким-то... страшным существом не все в порядке. Знай.
Это что за кругаля мы делаем? О, пещерку. Так, исторические шахты. А, отлично, мы идем в шахту. Обожаю. Фонарик появился. Вот это да. Так, ладно. Мы спидраним эту игру. Быстренько проходим. Быстренько. 13-е. Встретимся на улице через час. Я оставила список вещей, которые нужно принести. И больше ничего не бери. Я все объясню, когда встретимся. Я знаю, как все исправить. Не говори обо мне, Лорен. Так, направо прохода нет, значит налево. Отличненько. Так, после этой игрушечки, я надеюсь, что сейчас, сегодня этот будет ролик последний, и мы, можно сказать, прошли эту игру. Мне так жаль, прости меня за все, это не твоя вина, это я это сделал. Когда ты прочтешь, будет уже слишком поздно, не делай ему, не дай ему добраться еще до кого-то. Это моя вина, все может закончиться на тебе. Это я его впустил. Зачем я его впустил? Прости, что обрек тебя на это бремя. Я хотел бы нести его сам. Нельзя, чтобы оно распространилось. Прошу тебя, все должно закончиться на тебе. Я хотел бы по-другому. Это должно быть. Блин, этот текст очень сложно читать. Реально. Ну, очень сложно. Ну зачем? Слишком переборщили. Извращенности текста. Да. О, землетряска. О, здравствуй, приветствую. Слендер. Давай, вот так вот. Ай, все, блин, уже все побелело. А мне понравилось. А стой, подожди. Кажется, да. Кажется, я чуть-чуть промахнулась. Нельзя было на него смотреть. Нужно было идти спиной. Ну, как обычно, доложить этого скримера. Очень красивый лес. Ай, у меня кнопочка не работает. Блин, что прививку сделать? Окей. Надо будет переставить. Потому что я обновляла недавно. Я на него не смотрела. А почему? Тогда мне надо не идти туда. Там слева вроде есть что-то, да? Да? Я не понимаю. Блин. Давай быстренько попытаемся проскочить. Вот прям быстренько-быстренько, насколько это возможно. Вот, отлично. Вроде так и получилось. Кто и куда мне? Да? На будь Слендера? Прикольно. Сейчас опять что-то упадет на меня или нет? А по какой дороге мне бежать? Ну давай налево. Меньше огня. А почему весь лес горит? Кто поджег какие-то деревья? О, оно бежит, вот оно бежит за мной. Эти щупальца тянутся за мной.
Не говорите, что опять развилка. Давай направо. Все упадет. Все упадет. Честно, я как знала. Я как знала. Куда бы я ни пошла, оно везде будет падать, походу. Моя интуиция, походу, вообще не работает. Отстань, Слендер. Отстань. Отстань. Я не хочу с тобой общаться. Я с тобой разговаривать не собираюсь. Мы с тобой уже поговорили. И в лесу, и в больнице. Я думаю, этого достаточно. Больше не хочу. Нам с тобой не о чем разговаривать. И обсуждать тоже нечего. Между нами ничего не будет. Дружбы тоже никакой не будет. Ты слишком плохо себя ведешь по отношению к другим. Ёшкин матрешка, ёшкин матрешка, матрешка, ёшка, ёшка матрешка. Меня этот факт уже не удивляет. Это все на моем пути проваливается в пропасть. Простите, что? Простите, что? Вышка! Ура, я хоть куда-то выбралась, По-моему, я здесь была. По-моему, это то же самое, что было в начале. Сейчас система предупреждения чрезвычайных ситуаций, это протокол, понятно. Протоколы нам не интересны. Ключик. У меня типа батарейка садится. В смысле, ваш фонарь не работает? А как мне? Ходить в темноте. Хотела сказать я. Прошу тебя, я не могу. Другого выхода нет. Кейт, я не могу. Господи, нет, мне так жаль. Прости меня, мне так жаль. Они пытались сжечь все, чтобы он тоже, типа, вместе с лесом сжегся. Или как? А мне некуда идти, да?
Нет, согласись, все это очень увлекательно, столько всего неизвестного, пропавший мальчик, видение поджог. Я рад, что мы вместе разглядываем эту загадку. Мне очень грустно за мистера Мэтсона. Он столько потерял, я ведь пытался ему помочь. Как ты мне помогаешь? Жаль, что он не позволил. Может, я сумел бы его спасти, но раз я не смог помочь ему при жизни, я могу помогу теперь. Я клянусь, что выясню судьбу его сына. Может, упокоит душу старика. Он говорит про него. Слушай, чел, может как-то мне пройти надо? Боже, мне надо что-то найти. Этот парень все время приходит сюда и расспрашивает меня о сыне. Я его прогоняю, с каждым разом он все больше отчаивается, я до сих пор его вижу. Продолжаю его искать, но это не может быть он. Хорошо. А, просто нам бы побыстрее реально пройти. У меня скоро стримчик, надо поторопиться. Надо еще к нему подготовиться. А, так и задумано. Это такая счастливая концовка игры. Боже, я не знаю, что же говорить, но потому что игра, я не знаю, она скучная. Ну, блин, не знаю, ну как-то скучно. О! Отлично, спасибо большое. Ура, ура. Но этот ролик выйдет максимально коротким. Максимально будет коротким. О, это... Стоп, что? Я это смогла пропустить. И что, это не конец? А, высокая сложность, если вы еще на ней не пробовали. Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть. Нет, спасибо, я не буду на другой сложности пробовать. Это слишком даже скучно, без разницы. Все, на этом мы реально заканчиваем. Напиши свои... мысли по поводу этой игры, как тебе, согласен ли ты со мной, потому что, ну блин, мне реально было скучно, я даже не знаю, что во время прохождения этого говорить, потому что не за что зацепиться, ну вообще, ну как-то пусто, пустота, никаких эмоций, ничего не возникает. Так что вот такие вот делишки, пиши в комментариях свое мнение, поставь, пожалуйста, лайкосик, мне будет очень приятно, и все. Все ссылочки на сети в описании канала, и всем пока-пока.